25 миллионов рублей за сгоревшую иномарку и особняк. Суд обязал Porsche оплатить ущерб от пожара для семьи москвичей. Короткое замыкание в моторном отсеке уничтожило автомобиль супругов Мартыненко. Пламя затем перекинулось и на дом. Потерпевшие изначально требовали 100 миллионов рублей компенсации и пока останавливать судебную тяжбу не намерены. Мы считаем, что Porsche должны быть, ну, громко скажу, наказаны в большей степени, потому что они продают некачественный товар. Я считаю, что мы будем дальше действовать и, скорее всего, вплоть до того, что подадим на них в суд или вплоть до заведения уголовного дела по факту продажи некачественного товара. То есть сейчас мы имеем все основания для этого.